И еще об одном проекте, посвященном участникам специальной военной операции. В областном центре появилась третья часть выставки «Весточка с передовой». На стендах размещены фотографии бойцов из Иркутской области, которые сейчас отстаивают интересы нашего государства. На открытии присутствовали первые лица и родственники военнослужащих. Вот мой сын Виктор. В 22-м году он попал по мобилизации с предприятия города Свирска. Работал на автобусе, ну и позывной, соответственно, у него ПАЗик. 2 года уже на СВО, имеет награду боевую. Конечно, хотелось бы рядышком, чтобы он был, ну, рады, довольны, гордимся всем. За год в рамках проекта «Весточка с передовой» изготовлено уже 40 таких баннеров.